Пане Романе, ну що ж, почнемо з тимчасово окупованого Криму, тому що знову є атака. Вчора були вибухи в Севастополі, ми їх демонстрували. Сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про те, що 3 безекіпажні катери атакували їхню бухту. Що це могли бути за катери, як ви вважаєте? Чи справді є такі засоби, аби атакувати безпілотними катерами? Ну, беки у нас давно есть, с прошлого года. Это безэкипажные катера, глиссерные катера, так называемые. Есть основной тип у Главного управления разведки, это Магура В-6. И есть Си-Бэйби у контрразведки Службы безопасности Украины. Эти, ну, как минимум, эти два катера, два типа катера выполняют боевые задачи. И вот россияне в течение нескольких часов последних докладывали о том, что было не только надводная, а и подводная атака. То есть, скорее всего, уже научились наши беспилотные катера переносить, допустим, торпеды, либо управлять беспилотными подводными аппаратами. Есть такие. И БЭК, безэкипажный катер надводный, может в режиме ретрансляции управлять уже подводными, можно сказать, управляемыми торпедами. По большому счету это технически возможно, так как у нас ребята креативят и в одной, и другой спецслужбе. Потому, я думаю, такая была атака масштабная, массовая, и надводными, и подводными аппаратами. Ну, посмотрим, я думаю, в ближайшее время генштаб доложит уже, украинский генштаб доложит о выполненных задачах. Пане Романе, якщо говорити по лівому березі, в нас є просування, так розумію, не зовсім очікуване для росіян, тому що загалом розгортання подій на лівому березі, як пишуть їхні пабліки, були трішки для них несподіванкою. І після того, як ми підійшли до Пойми і Піщанівки, повідомляють наступне, що наші збройні сили вже є біля Підстепне. Чи можемо ми далі розвивати тут успіх, чи все ж таки це прощупування лише позиції ворога? Ну, если уже идет движение и по, в том числе, освобождению наших территорий, то есть и захвату российских опорников, это говорит уже о такой серьезном движении не только разведгрупп, а, скорее всего, уже и линейных частей, которые переправились на левый берег, развивают наступательные действия. Тем более за последние сутки появилась информация от россиян о том, что они перебрасывают, начинают возвращать обратно те части, которые в свое время из-под херсонского направления забрали на Запорожское. Сейчас обратно из Запорожского направления не перебрасывают. Первая воинская часть уже снялась, идет в сторону Херсона, то есть в сторону левого берега под Херсон, усиливать, увеличивать плотность войск на этом направлении. То есть россияне уже верят в серьезность тех усилий, которые предлагают наши части для расширения плацдарма. Но иногда бывает поздно. То есть если уже части зарываются, то есть занимают плацдарм определенный, а систему переправы, особенно сейчас по Малому Днепру, можно наладить, в принципе, без проблем, без больших проблем. Тем более эти плацдармы у нас рядом с мостами. То есть вдоль моста можно налаживать систему переброски техники, переброски личного состава, вооружений, эвакуации раненых. То есть целый процесс логистики, он уже может быть настроен. Но в ближайшее время, опять, где-то недели будет понятно. Такие операции проводятся в основном в течение недели. В течение недели будет понятно, до какой степени разовьются эти наступательные действия. Но то, что россияне уже начали перебрасывать и снимать с Запорожского фронта, снимать воинские части, перебрасывать на Херсонский, это уже, можно сказать, наполовину выполненная задача нашей разведкой, нашими частями на левом берегу, потому что задача минимум – это как раз уменьшить плотность войск российских на Запорожском или на Донецком направлении.